В поселке Октябрьский в доме по улице 60 лет Победы в двух подъездах установили новые грузовые лифты. Монтаж подъемных устройств был проведен в рамках программы замены лифтового оборудования на 2022 год. Работу принял глава округа Владимир Волков. Дом 10А по улице 60 лет Победы новый, но объект, похоже, был сдан в спешке. В данном жилом комплексе при застройке застройщиком не до конца были доустановлены два лифта. То есть на данный момент совместно с управляющей компанией и администрацией был собран полный пакет, подан в фонд капитального ремонта. Фонд капитального ремонта заявку и установку одобрил. Кабины, лебедки, направляющие и другие комплектующие подъемного устройства новые. Оборудование протестировал Владимир Волков. Можно теперь, я думаю, поедем. Грузоподъемность устройства 630 килограммов. Владимир Волков поручил отрегулировать лифт так, чтобы он мог брать максимальное количество пассажиров, но при этом была соблюдена техника безопасности. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 5 лет. Общий срок службы лифтов 25 лет. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.